Меня зовут Маша. Всем привет! Я хочу себя увидеть какой-то новой, не такой, как я когда-то была. Мне, конечно, хочется, чтобы это был какой-то светлый блонд, чтобы я была такая свежая и лето. Без разницы, я готова на все, будь я, не знаю, темной, светлой, рыжей. Это будет очень круто. Господи. Но, в принципе, под мой цвет глаз, я думаю, это пойдет. Офигеть просто. Я в шоке. Конечно, мне нравится. Это мне напоминает Мерлин Монро. Не знаю. Очень круто. Я еще себя такой не видела. Всем привет. Меня зовут Алина. Все. Я ожидаю этого перевоплощения чего-то нового, увидеть себя совершенно с другой стороны. Потому что я привыкла быть вот такой вот белой и никогда не пробовала чего-то другого. Я хотела бы цвет какого-то холодного оттенка, чтобы в этом цвете не было желтизны. Я бы не хотела быть черной или красной. Да, я готова к этому. Просто вау! Безумно красиво. Мне очень нравится. Это очень круто, спасибо. Привет, меня зовут Алена. Сейчас лето, и очень хочется каких-то ярких впечатлений, ярких эмоций. И прежде всего я решила начать с себя, поэтому сделаю какие-то яркие волосы. Вообще, я мечтала всю весну сделать блондирование с розовыми оттенками. Я согласна. Да. Я в шоке. Я такая красивая.